сено поможем. Надо отдать это Рабии. Дорогу! Прочь, дорогу! В чем дело? Почему больные не в святилище? Солдаты выгнали нас. Хоть я и выплачиваю на Марху ренту за храм, солдаты все равно забирают у нас еду и лекарства. Каждый раз те же люди. Говорят, что это дань. Налог в пользу армии Птолемея.
В итоге мы не можем оказать помощь всем нуждающимся. Нелюди. Не беспокойся. Клянусь, солдаты вас больше не тронут. Береги себя, Байек. Место хорошо охраняется. Эй! Что? Что?
помогите мне! Пронесло. Слава богам. Я выпотрошу тебя! Thank you.
High position, Gerech. Gnum is Neo Jerian. Теперь этот храм ваш. Солдаты сюда больше не придут. Не знаю, как тебя благодарить. Да, чуть не забыл отдать тебе лекарство с затонувшей лодки. Я так разволновалась, что сама о них забыла. Людям Сивы с тобой очень повезло, Рабия. Прошу, обещай, что не дашь мести поглотить тебя, Баек. Таково мое бремя. Милостью Амона, я должен закончить это дело. High position, Gerech. Бедедук, а не хает.
Дороги. Уйди! Ну! Командир! Жители Сивы! Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. А Эр-Геру? Чем я могу помочь? Ахет Петери, Мишаин Летшене Хасанев, Шентати и Сешамуси. Домами, детьми и жизнями вы всецело обязаны фараону, Птолемею Филопатору, правителю Египта. Ваш священный долг – платить налог фараону. Ваш священный долг – во всем ему подчиняться. А иначе вы нарушите волю богов. Указом фараона все жители Сивы обязаны сообщать известные им сведения о храме Амона и связанных с ним секретов. Жители Сивы, так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Всем, что у вас есть, домами, детьми и жизнями, вы всецело обязаны фараону, Птолемею Филопатору. My position, Gerek. Хайе! Мы сильнее! Держите их! Я дам сигнал! Мне, братья! Что ты делаешь? Сдаться! Кири, осторожно! Защищайте Кири! Быстрее!
Манай. Мы с Аей приходили сюда в детстве. Похоже, разбойники там. Амон, их там так много! Нет? Это ты? Что случилось? Баек, я знал, что ты тут. Тише, нас услышат. Кто услышит? Бандиты, мерзавцы захватили ручей. А ведь почти все в этой части Сивы брали воду оттуда. Вряд ли здесь еще объявятся разбойники.
Ваек, ручей, он снова наш! Хвала богам! Крестьянам очень нужна вода! Я так тебе благодарен, будто наш Меджай вернулся домой. Всегда рад помочь. Да хранит тебя Амон, Сенни.
Не смешно. Финуку, здесь опасно. Иди домой. Баек, ты вернулся? А где Чинзира? Мы пошли посмотреть на черепа в логове гиен. Но потом гиены вернулись. Я убежал, а Чинзира спрятался в гробнице. Повезло, что ты смог убежать. Вернись в деревню, я найду Чинзиру. Что? Мне нужно рассказать родителям. Чинзира в этом виноват. Он им и расскажет. Поторопись. Чинзира, жди там. Я сейчас приду. Баек, это ты! Ты вернулся!
Как он туда забрался? Чинзира, все хорошо? Неужели ты вернулся? Что ты там делаешь? Я прячусь от гиен. Финоку мне все рассказал. Мало того, что ты себя не бережешь. Хочешь, чтобы и брат пострадал? Но теперь Кему нет. Ладно, я понял. Пора выбираться. Ой, смотри, что это? Какие-то надписи. Очень старые. Когда-нибудь я научусь их читать. Откуда ты пришел? Оттуда. Но там сейчас гиены. Байк, я хотел сказать, что... Что такое, Чинзира? Хему умер из-за меня. Они спросили, где вы, и мне казалось, что если сказать им, ничего не случится. Эти надписи времен Старого Царства. Хему умер из-за меня. Они спросили, где вы, и мне казалось, что если сказать им, ничего не случится. Чинзира, перестань. Ты не мог знать, что они задумали. На твоем месте любой поступил бы так же. Ну да. Будь рядом. Гиена! Чинзира, прячься! Они еще здесь! Помоги мне! Беги домой. Байк, а можно задать тебе вопрос? Давай.
А я смог бы стать Ниджаем, как ты. Для этого ты должен заботиться о братьях и не затевать опасные игры. Обещаю. Беги домой. Thank you.
Мы с Хему были тут совсем недавно. Дороги! Дороги! Дороги!
Анетем.